За что заморский кукловод возненавидел наш народ? Он указы сочиняет, власти четко выполняют. Регулярно кукловод рот печенькой им заткнет. И тогда им все равно, что страна идет на дно. Наша власть все это время только ссорится со всеми, а соседу сделать гадость, то для них большая радость. И повизгивая лают, и ответка не пугает. Наплевать, что порт умрет, Евросоюз бабло пришлет. Евродяди, прекратите деньги слать, денежный поток прикрыт, вирус, ну вот сразу убежит. А то ведь, следуя указам, дышим углекислым газом, задыхаются живые, мрут без помощи больные. Власть, врачи и их охрана нас не слушают, что странно. Мы должны служить народу, а не слушать кукловода. Тихо не сидеть, как мыши, делать вид, что нас не слышно. А для тех, кто ну очень крут, есть еще и высший суд. Стонет за окном не ветер, это плачут наши дети. Призовут всех, кто ответственен за изломанное детство. Вы не на другой планете, здесь живут и ваши дети. Я хочу вас спросить, вам самим не страшно жить? Вам самим жить не страшно?